Приветствую всех на канале Корейская кухня проще простого. Сегодня готовим кабачковые котлетки. Шинкуем кабачок тонким кружочками. Теперь добавляем в кабачки половину столовой ложки соли. Все хорошенько перемешиваем. И оставляем на полчаса, чтобы кабачки хорошенько просолились и дали сок. За это время их нужно будет один или два раза перемешать. Кабачки хорошо просолились. Теперь их нужно как можно сильнее отжать. В глубокую миску разбиваем яйца. Нам понадобится 2 белка. Добавляем в белки щепотку соли и взбиваем до крепкой пены. В глубокую миску выкладываем отжатые кабачки. Попробуйте их. Если они совсем не соленые, добавьте щепотку соли. Также добавляем щепотку черного перца и 2 полные столовые ложки крахмала. Вместо крахмала можно взять обычную пшеничную муку. Все аккуратно перемешиваем. Затем добавляем взбитые белки. И быстренько перемешиваем. В глубокой сковородке разогреваем 250-300 мл растительного масла. Как только масло хорошо разогреется, ложкой выкладываем кабачковую массу небольшими кучками на небольшом расстоянии друг от друга. Нагрев средний. Жарим кабачки до румяной корочки со всех сторон. Котлетки готовы, теперь приготовим к ним сметанный соус. В миске смешиваем сметану. Сметану лучше всего взять нежирную, или вместо сметаны можно взять йогурт. Йогурт, естественно, не сладкий, нужно взять. Теперь добавляем мелко нарезанный чеснок и укроп. По желанию в соус можно добавить несколько капель лимонного сока. Кабачковые котлетки готовы. Можно подавать к столу.